Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня я продолжаю проходить Gears Tactics. Я все еще нахожусь на третьем акте, на шестой главе, но теперь у меня сюжетная операция. Наконец-таки сюжетная операция. До этого были три побочные операции, которые... Я много разглагольствовал о своем отношении к этим побочным операциям, поэтому давайте не будем, да? А задание называется «Обзорная точка без модификаторов». А Рейна знает, где находится лаборатория Укона и уверена, что там полно охраны. Найдите обзорную точку и проведите разведку. Окей, что за доп-цель? А, предлагают не использовать ни осколочные, ни стим-гранаты, и это всего лишь зарядка улучшения оружия. Не, спасибо. Кстати говоря, нельзя использовать Сида, нельзя использовать Микаэлу, но обязательно должен пойти Гейб и Рейна. Окей? Ой, погоди. Не надо этого делать. Обычно там находится кнопка типа начать, знаете, во многих играх, поэтому я чисто случайно туда порой нажимаю. Окей, не хватает двух бойцов для того, чтобы укомплектовать отряд. Возьму волынку, тяжело пехотинца. И давайте возьмем колдунью, снайперша. Джанин колдунья Паттон. Ну и почти идеальный отряд. Нет только бойца авангарда, но зато есть разведчица, да? Окей, вперед. Рейна сообщила, где находится лаборатория Укона, но штурмом туда не прорваться. Сначала необходимо прощупать их оборону, убрать личинок и занять обзорную точку. The checkpoint used to be unmanned, or ungrubbed. But Ukon's a vigilant one. No way we're sneaking in. We've got to open the gate and clear a path to that overlook. Move out. Понятно. Добраться до ворот, открыть ворота и убить всех бойцов за воротами. Я думаю, задание будет звучать примерно так. Включите мне, пожалуйста. О, ящик один увидел. Где-то еще два, наверное, должно быть, да? Сколько ящиков на карте? Ну, как обычно, три. Вот второй валяется. А, и вот третий. Ясно, понятно. Так, Джек, давай за ящиком и заодно разведаешь, что здесь находится. Ага, зелотый тварь. Ты можешь по ним стрелять прямо отсюда? Слушай, неплохая вероятность. Ну, давай попробуем. Попади только. Эх. Попало, но не потому, да, малость? Так, давай ты дашь ей, наверное, дополнительный ход, пролив сил. Она сделает какую-нибудь еще пакость. Кинет гранату. У меня доп. Задание не использовать гранаты, но знаете что? Идите-ка вы лесом, господа. Составители доп. Заданий. Не использовать гранаты за одно редкое улучшение, когда у нас сейчас почти все бойцы... С эпичным улучшением оружия, но это такое себе. Гранаты слишком круты. Давайте подбираться к ним поближе. Ну, пока как-то так. Here we go.
Вау, это было больно, кстати говоря. My father and I were always moving, always hiding. Hiding? From what? Honestly, you. The cock, I mean. I was taught never to trust them. Yeah, well, wish I'd learned that lesson sooner myself. Okay. 17%. Маловато. Sniper here. Угу. Привет, ты можешь кинуть гранату? Да, ты можешь кинуть гранату. Задеем сразу двоих. Ау. Да, действие прервано. Замечательно. Дальше, у тебя тварь тут прямо под боком. С ней по-хорошему разобраться. Ага. Так, закинем мину, чтоб не дергался. И давайте смотреть, что еще мы можем сделать. Ты можешь по ним попасть? 24%. Маловато. У тебя есть граната? Слушай, она детонирует мины, интересно. Ну, давай проверим заодно. Да, она детонирует мину. Красиво. Хорошо. Так, с пистолета можешь пострелять? Можешь пострелять с пистолета. В общем, довольно неплохо, да? Ага. Прокачал стабильность. Ладно. Ну вот Джек, короче, убьет. Накинь ему туда яду. Хотя он встал после яды, да? Можно, в принципе, и пострелять. Оу. Да, это было жестоко. Так, тебе нужно сменить позицию. Отсюда ты все равно ни по кому не достаешь. Как насчет ловких пальцев с вероятностью 94%? По-моему, неплохо, да? Так, 63%. Давай оглушающий выстрел попробуем. Блин, как она просто божит на самом деле. Это колдунья реально какая-то... какая-то ведьма, хотел сказать. Ну ладно. Остался там кто-нибудь еще? Да ладно, тут одна личинка осталась. И он уже на самом деле дохлый. Точнее, умрет на следующем ходу. Ладно, давай добьем. Так и быть. Ну что, я просто не смогу открыть ворота, пока не добью его. Там ядовитое облако, но вообще пофиг на него. Ясно, понятно. Так, а есть тут какой-нибудь такой интересный путь? Так, тут контейнер. И второй контейнер прям там рядом. Разведку провести на самом деле. Посмотреть, что там происходит. Так, ну ты только до сюда сможешь добраться. Джек тоже только до ворот дойдет. Снайпера надо, блядь, наверх поднять.
пока все тихо, на самом деле. Так, тоже сюда. I'm not sure. I mean, my father said it had RNA sequencers, thermal cyclers. Well, shit. What? Is that bad? With Ukon? Everything's bad. Хм. Окей. Так. Давайте продвигаться. Снайпера. Переводим на эту позицию. Ага, он и ребята уже поспевают. No locust witnesses. And leave the last one for me. Oh, don't worry. There's plenty of grubs to go around. For you, maybe. Greeting you. Sniper here. Там куча тварей, кстати говоря. Нам бы кого-нибудь поставить. А, в режим наблюдения, чтобы... Гейба не загрызли. Эх, ладно, пока ничего такого не получится. Хотя снайпера можно поставить. Пусть она наблюдает за Гейбом, чтобы к нему не подошли. Угу. Джека пока приведем сюда. Угу, ты промазала, да? Приятно. У тебя нет гранаты? Итак, продолжаем. Немного отвлекли. А, и да, у меня есть на самом деле был кризис. Кризис среднебитого Гейба. Господи, сколько у вас тут всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть тварей. Помнится, у меня была идея кого-нибудь из вас взорвать с помощью четвертой способности. А, ну тогда я и Гейба подорву, да? Окей, у тебя гранат нет, у тебя граната на КД. Слушайте, сложная ситуация. Если ты дернешься, да, тебя вызовет реакция противника. Все верно. Ты не можешь сдвигаться с места. Хорошо. Расстреливаем в упор, кого можем. Так, теперь тебя по-хорошему увести на самом деле отсюда. Эх, блин, мышка соскользнула. Хотел его сюда на самом деле привести, в этот уголок. Сюда поставить волынку. И волынку уже поставить в режим наблюдения. Хотя, на самом деле, так неплохо. Можем встать вот так. У него 3 очка действия, он полностью заряжен. Так, здесь у нас тоже какой-то кризис происходит, да? Давайте кинем им мину, чтобы они сюда не подходили. Так, а снайпер? Снайпер мне больше понадобится, наверное, все-таки вот здесь где-то. Я могу тебя сюда отправить? А, там нету лестницы, да? Если я сюда отправлю, я там заклюют просто. Поэтому такая себе идея. Давай поближе к волынке.
Есть идея попробовать перезарядиться на халяву, скажем так. Ага. И плюс одно ОД. Ну, можем еще от кого-нибудь избавиться, да? 93-38. Выбор очевиден. Так, дальше. У тебя 2 очка действия. Ну, ты, в принципе, ничего не можешь здесь сделать. Давай ты будешь наблюдать за этой точкой. Чтобы там ничего такого не произошло интересного. Так. Накинем щит на битого солдата. И спрячем Джека в инвиз. Ну, пока вроде разобрались. Угу, тут волынка разбирается. Эти ребята подорвались на мине. Тоже неплохо. Да, ты еще потом удалось помазать, кстати говоря. Да, волынка там, конечно, развлекается по полной. Окей, оу, тикеры. Будем знать, что у тебя там по боезапасу? Один выстрел. 76%, ты должна его убить. Ага. Процентов. У нее есть интересная способность, называется предчувствие. Этот боец получает еще одно очко действия в начале вашего следующего хода. Эффект отменяется, если боец получает ранение. Я думаю, ее никто не ранит пока она сидит в этом укрытии. И на следующем ходу у тебя больше будет очков действия и будет больше простора для действий, собственно. Такая вот автология, да. Так, 100% шанс попадания. Давай, снайпер, огонь. Ты еще и критуешь. Угу. Добить можешь? Сколько урона не хватает? 20 урона. Джек, это работа для тебя, похоже. Угу. Все, теперь она может его добить. Кстати, у нее нет идеального выстрела. Надо будет его прокачать, как только у нее будет уровень. Так, сколько у тебя? 2 очка действия. Хватает. Ага. Замечательно. Встаем в режим наблюдения. Ждем, пока сюда подадут тикеры. Джек, для тебя у меня работы пока нет. Хотя ты можешь на самом деле уже начать двигаться к ящику и разведывать, что там дальше происходит. Окей, как-то так. А, ты все-таки дошел до нее, да? Жаль. Так, а тикеры там что-то хитрят. Наверх полез. Куда тикер полез? Вопрос такой на засыпку. Слушай, а ты можешь гранату кинуть, чтобы тикера взорвать? Что-то мне это вообще не понравилось. Ага. Запугивание. А что он дает? Минус 25 к меткости. Ну, мне кажется, тикеру на это как-то по барабану, какая у него меткость. Давайте выведем волынку вот сюда, чтобы он наблюдал за лестницей, чтобы тикеры не лезли на лестницу. Там их потом фиг достану. Так, ну и тебя тоже наблюдение. Мины нет, ничего нет. Ну, там только тикер. Так же сидим, ждем, наверное.
Снайпера отправлю на возвышенность. Вдруг там еще будут бойцы. Джека в инвиз. Тикер один остался, как я понял. И он лезет по лестнице. А у тебя? Так, давай, наверное, с пистолета. Ты будешь наблюдать за ним, чтобы он тебя случайно не убил. А мы пойдем выдвигаться, наверное, к этой точке. Там еще контейнер потом заберем. Ну и все, давайте наблюдать за ним. Ну да. Да, отлично сработало, как приманка для тикера. Что ж, ладно, выдвигаемся к точке. Будем надеяться, то, что подкрепления больше не скинут. Она битая, конечно, я подхилить бы. Или хотя бы щит наложить. Не прячу бойцов укрытия, потому что думаю то, что никого нам больше не пришлют. Третий контейнер. Ну, короче, на следующем ходе мы завершаем задание, так понимаю. Да никого тут нет, не паникуй. Алло? Все почти живы и здоровы. Factory, all right. In full production. That's a lot of emulsion. Okay, what do you guys want first? The bad news or the really bad news? Окей. О, мне ачивмент дали. Божество, это что такое? Завершили 20 операций, избежав гибели и тяжелых ранений всех ваших бойцов. Круто. Дали легендарное ударное цевьё. Это на дробовик для разведчика. Получили контейнеры. Не получили редкий контейнер, но, блин, я сейчас уже охочусь на самом деле за легендарным улучшением, потому что бойцы и так все ходят в эпичных модификациях, по-моему. Так что это такое? А, никто, к сожалению, не прокачался.
Доступно новое украшение. Класс. А, что ж, я думаю, я сегодня на этом закончу. Дальше у нас, по идее, опять-таки должна быть сюжетная операция. Да, называется «Холодная сталь». «Холодную сталь» я буду проходить уже в следующей серии. Сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я все еще надеюсь, то, что хоть кто-то еще смотрит это прохождение. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока!